Друзья, всем привет из Фикспрайса. Давайте посмотрим, какие новиночки здесь есть. В этом фиксе их немного, поэтому сходим по двум адресам. Посмотрите, ароматические свечи, вот такие, свежесть. Что еще есть? Зеленый чай. Сейчас все посмотрим, которые тут только есть. Ваниль. И что-то вроде лесных ягод было. Вот, да, лесные ягоды. Стоят такие 149 рублей. А вот еще вот такой вариант, это уже дубовый мох. Ну и в косметике обнаружила вот такие новиночки от Парли. Это крем-гель для душа, овсянка и ягоды, питательный крем-эффект, гладкая кожа. Что-то мне фокусировать не хочется совсем. 99 рублей, 400 миллилитров. И только вот такие ягодные, других нет. Смотрю, мыло Абсолют по бюджетной цене 90 грамм в упаковке, стоит 39,50. Антибактериальное мыло, фитокомпонента 3 против бактерий, не содержит триклозан. Есть вот такой, оливка и орхидея, масло чайного дерева плюс пантенол, дикая орхидея. В общем, 39,50. И в бытовой химии появился вот такой чистящий порошок от Санита. Тоже очень бюджетная цена. Эффект соды 49,50 за 400 грамм. Привезли еще вот такие пушистые тапочки. Мягенькие. Ну, не очень такая, знаете, вот здесь мягкая. Не то, чтобы она толстенькая была такая, но выглядит симпатично. Вот такой вот цвет. А вот еще вариант. И серый есть очень красивый. Так, состав полиэстер и подошва Эва. Стоят такие тапочки 299 рублей. Друзья, ну вот мы с вами в другом Фикспрайсе уже. Посмотрите, что я здесь нашла. Это шампунь от Evelyn Cosmetics. По-моему, это польская, да, косметика, если не ошибаюсь. Помню, раньше пользовалась с ней. Food Her, еда для волос. Так, шампунь укрепления и предотвращения выпадения. Кстати, обещают нам тут без парабенов, без силиконов, CLS и SLS. Смотрите, какие варианты есть. Кофейный, есть вот такой авокадо интенсивное восстановление. Так, еще питание и регенерация для сухих и тонких волос с кокосом. Так, что еще? И, а, это уже кофе. А, вот таких три варианта. Стоит 149 рублей такой шампунь, 250 миллилитров. Кстати, кофейный — это для тонких ломких волос, предотвращение выпадения. Здесь кофе, перец и гуарана. На гели для душа от Фрукт Актив сейчас скидка 80 рублей по карте фикса вместо 99. Есть вот такой вот аромат вишня, лайм и фисташка. И второй — это апельсин, шоколад и корица. Здесь 500 миллилитров. Очень выгодная цена, 80 рублей. Нашла еще вот такую мочалку для душа. Написано, состав полиэстер и поролон. Но тут поролона нет, она тоненькая. Может быть, на кассе их дают тут внутрь. Может, что-то нужно ложить. В общем, такая мочалка, 155 рублей. Есть оранжевый цвет и вот такой еще ярко-желтый. Еще один вид мочалок, вот смотрите, вот такой состав полиэстер, очень чем-то ткань похожа на японскую мочалку, она тут как бы немножко потолще и идет уже с ручками по бокам, цвета разные есть, тут есть розовый, вот так мешает мне, вот такой серый, сиреневый цвет, в общем, нет только цены, но я думаю, она будет стоить 99 рублей. Вот такая новиночка, думаю, очень классная будет. У нее даже на ощупь чувствуется, что отшелушивать она будет хорошо. И еще вот такие перчатки для душа с новыми расцветками. Они уже были, вот пришел вот такой вот новый цвет. И вот еще какой. А так вот эти однотонные уже были, розовенькие, желтые, голубые. В общем, 59 рублей за пару. Друзья, пришли новые конфетки. Вот такие от Мерлета с вишней. Были вот эти до этого,
с воздушным рисом и карамелью. А теперь вишневые. Здесь 150 грамм. Стоят такие 99 рублей. Красивая упаковочка. Зимняя серия от пухлого кролика. Вот такой вот маршмеллоу, воздушное суфле. 150 грамм. Стоит 59 рублей. Появился еще вот такой соленый крендель. 400 грамм здесь. Производитель Волгоградская область. Стоит 59 рублей. Новая упаковочка конфет. Это вот такая. Был у нас маскарпоне, а теперь миндаль и кокос. 170 грамм здесь в упаковке. Очень красивая упаковочка сама. Так, я подпишу, сколько стоит, потому что здесь что-то не могу разобраться. И еще один вариант. Это вот такие бонжур от Конти. 150 грамм. Ну, эти, думаю, будут стоить 99 рублей. Это новинка. Ну и посмотрим немного декора. В этом фиксе тоже не шибко много новиночек. Возможно, еще будут все расставлять, потому что очень много опять коробок. А вот такой светильник декоративный. Смотрите, LED. 600 люменов, 8000 часов работы. Ну и работает от трех батареек, которые в комплект не входят. Есть черный и белый. Ну и в этом фиксе только черный цвет. 199 рублей стоит. Вот я искала, искала тут беленький, но нет. Только черная. Два варианта декоративных ваз. Посмотрите, ваза рельефная называется. Вот такой серебристый и цветное напыление. Очень красивое. Не смогла найти я объем. Не написан, не указан. Материал стекло, естественно. И стоит 249 рублей. Можно запутаться в этих ценах. Видите, здесь ангелочки стоят 99 рублей. А во многих фиксах почему-то 199. Понять не могу. То ли ценник неправильный, то ли что. Вообще они так раньше и стоили. 99. Очень много новогодних колпаков. Ярких, красочных. Посмотрите, какие классные. Есть вот синий цвет, красный, белый. Стоит 79 рублей. Обхват головы 61 сантиметр. Есть еще большие, длинные. По 149 рублей. На них сейчас акция проходит. Пластиковые нарядные ободочки для девочек. Посмотрите. Ну или для мальчиков тоже подойдет. Я думаю, на праздник-то. Вот такой еще цвет. Стоит 99 рублей. А вот на это елочное украшение скидочка. Но я такого китенка даже не видела. Стоит сейчас 59 рублей. 10 сантиметров длиной. Материал акрил. Ну, в посуде тоже здесь новиночек особо нет. Нашла вот такие кружки, на которые сейчас скидка. Акция идет 300 миллилитров, 59 рублей. Цвета, посмотрите, какие есть. Вот коричневые, кофе с молоком красивые, вот как пару такую купить. Салатовый цвет и материал фаянс. 59 рублей. Есть еще вот такие фаянсовые кружки, 350 миллилитров, цвет молочный. Не белый, без рисунков, интересная форма, 79 рублей. Тут наводят порядок, конечно, здесь цен нет. Вот такое интересное сервировочное блюдо, белое. Так, размер у него 30 на 21 сантиметр, это опаловое стекло, но, к сожалению, нет цены. Я думаю, будет стоить 199 рублей. Нашла новый шарф, интересный, со скошенными краями. Они очень длинные, 190 на 44 сантиметра. Материал 99% полиэстера и 1% металлизированной нити. Вот такая расцветка есть. Ну, тут их много, кстати. Смотрите, вот еще какая. Они с бахромкой, симпатично смотрятся. Вот, синим есть. И стоит 299 рублей, я так думаю. Но не уверена, потому что здесь шарф хомут, но это ни разу не хомут. Ну и новая расцветка флисовых пледов. Вот такие, смотрите, они тут края волнистые, звезды. Размер у них 160 на 130 сантиметров. И вот еще, смотрите, какой второй вариант. Вот такая клетка. Симпатично смотрится. Стоит такой плед 349 рублей.
Смотрите, какая новиночка. Это патчи маленькие в виде сердечек. 28 штук в наборе от Акне. Вот, смотрите, здесь подробная инструкция. Очистите, высушите область прыща, наклеите патч. В общем, и носите его 5-8 часов. При необходимости замените на новый. Funny Organics, по-моему, корейская тоже фирма. И еще вот такие вот масочки, которые тоже не видела, от Food Hook, не знаю, как правильно читать. Так, штрих-код 88, ну да, тоже корейская масочка. Вот такая. Фрукты цитрусовые. И еще один вариант, это, скорее всего, увлажняющая какая-то. Тоже что-то новенькое. Так, в общем, средство от Акне стоит 99 рублей, вот эти масочки по 55. И еще один вариант нашла, это вот такие отбеливающие. Они уже чуть-чуть подороже, по 59 рублей. И есть еще от Акне. Вот такой с углем, по-моему, что ли. Так, вот еще какой вариант. Ну, масок действительно очень много интересных. Вот, это уже увлажняющая. 59 рублей такие. Все, друзья, на этом все. Это такой небольшой обзорчик из этого фикс-прайса, из другого. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.